Если вас вдруг укусил паук-оса, и в шоковом состоянии вы не знаете, что вообще делать, то обязательно досмотрите ролик до конца. Для человека укус паука-осы не опасен, так как яда у него слишком мало. Но если все же вы спровоцировали на укус, то место укуса может покраснеть. Обработайте место укуса спиртом. Через час отек распространяется дальше по руке. Наложите антигистаминную мазь. Обычно при укусе паука-осы до госпитализации не доходит. Но если вы аллергик, то вам будет опасен и укус комарика, поэтому немедленно обратитесь к врачу. Обязательно поделитесь этим роликом, потому что рано или поздно данный способ может вам помочь.